залог нашего спасения. Когда я говорю о нашем спасении, говорю о спасении нашего народа. Вот если наши дети и молодежь будут православными и верующими, то у России есть будущее. Ни много, ни мало. Речь идет не только о спасении души каждого, а о спасении Отечества нашего. Поэтому сохраняйте веру в сердце, живите по этой вере, никогда не стесняйтесь этой веры. Наоборот, старайтесь так, чтобы ваших друзей, товарищей привлекать к Божьему храму. Тогда вы у нас будете апостолами. Вначале маленькими, а потом и большими. Храни вас Господь. Спасибо, Господь.